Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Darkness. В последней серии мы пробрались на этот корабль. И теперь нам нужно показать тут капитану и всем, кто его защищает, козьи морды. Я думаю, это будет несложно. Присядь, успокойся. Дармедон все поглощает сердца, а как и все обламывается. Ну давай, вылазь. Да падай ты, мать твою, за ногу. Так, чё он сердца не ест? Хорошо. Оп. Так, мне похоже, нужно вот это вот туда сделать. Потому что что-то они там хорошо укрепились. Так, ты сдаешься? Ладно. Кто там орёт? Подожди. Да ты охренел, что ли? Я хотел тебя в живых оставить. Так, ладно. Да, там уже говорят, что дядя Поле крышка, они думают, это я от его имени. Ничего, скоро вы тут друг другу все глотки перегрызете. Потом я приду и вас кончу. Это вашу дивизию. Хорошо. Ты, стало быть, выжил. Ладно. Так, все, мы почти пришли, я так думаю. Я так думаю. Капитан. Он, наверное, за столом прячется. Да, хоть узнаем. Нет, вот он. Ну чё, капитан? Отдавай свое сердце. Отлично. Теперь у Поли настоящие проблемы. Теперь Поле считай, что труп. Чикагские семьи его точно кончат. Я что, могу уходить? Мы уничтожили, капитан. Наверное, теперь вам стоит поговорить с Батчером о других делах. Отлично. Единственное, что не отлично, это то, что мне сейчас всю дорогу это обратно пилить. Смогу я отсюда? Нет. Естественно, нет. Ладно, в принципе, не так далеко. Хорошо. Было забавно. Все, нафиг, возвращаемся отсюда. Так, это что там лежит? Джекхаммер. Оп.
Не так все просто, похоже, будет. Все, корабль уходит. Поле вне себя. Под атакой. Помоги нас. Ой, помоги нам. Ой, тихо. Чуть не убили. Хотя еще не вечер. Блин, мне как-то поудобнее позицию бы занять. Еще бы ты бегать умел, Джеки. Так, вот отсюда уже, я думаю, можно будет отстреливаться. Тут тылы прикрыты. Ага, прикрыты. Никто не попался. Да давай, мать твою, ну. Уф, так, тихо, аккуратно. Да что с этим прицеливанием? Ладно. А, блин, сложно уже стало, сложно. С этими вроде все, один наверху остался и, по-моему, больше никого. Летать. Жопы прям. Да. Так акробаты не становятся. Хорошо. Так, нам надо помочь нашей старой семье, то есть членам мафиозной семьи, ветеранам. Ой, блин, там еще народ бежит. Что тут их атакует? Торпеды в поле атакуют. Не вставай. Все, вроде умер. Твою мать, да как же так, а? Да, блин, тут без шансов было. Уф, так. Как же вас тогда убить? Странные видения какие-то. Так, давайте по новой. Я тогда выключу запись, продолжим опять, когда этих убью, чтобы вам по новой не смотреть. Так, продолжаем. Что мне с вами делать? Такого расстояния у них стрелять, это, конечно, тот еще геморрой. Давай, канон, ты помогай мне. На тебя одна надежда. Блин, недолго музыка играла. Недалеко, никого не затянет. Плохо. Так, ну ничего более дальнобойного у меня, к сожалению, нет. Это печально. Ладно, вроде один отъехал. Блин, да вас там... Ой. Еще бы управление не такое дубовое. Давай, канон, лезь по новой. Ценой его жизни
Мы одного, по крайней мере, завалили. Он хотя бы отвлекся. Ох, как тяжело целиться. Уф, так, ладно. Кто не верит, советую установить игру, попробовать самому, как тут удобно целиться. Я раньше думал, что самый неудобный по этому показателю игра это Killzone 2, потому что там вообще как в желе двигалось все. Очень замедленно было так. Но здесь еще даже более медленно, более как-то все вальяжно, так он медленно поворачивается. Потому что тут еще это просадками фреймрейта постоянными подкреплено, то есть... Now that Polly's found out that the old crew's on my side, it's like some snake bit him on the heel. Next thing I know, I got Jimmy the Grape and everybody all holed up at Aunt Sarah's place, while Polly's boys crawling all over them like steak on shit. I guess maybe this is what I wanted all along. The opportunity to impress. Что у вас тут творится-то? Кто прессует наших старичков? Я там слышал какую-то речь, или мне показалось? Тихо. Блин, я в тупик пришел. А там перестрелка, я слышу, надо быстро туда ломиться. Со всех ног. Ну-ка, как мне тут пройти-то поудобнее? По-моему, вот так нормально будет. Да, кто-то определенно стреляет. Тихо. Так, минус 2 бомбилы, торпеды. Пожалуй, я лучше пойду оттуда, потому что там как-то более можно так, более удобно прятаться. Ой, может это была ошибка. Хотя, может и нет. Кушай, дормидонтушка. Вон там дом вроде, в конце этой улицы. Ой. А вон они. Так, тут готов или не готов? Вроде отъехал. Нифига не видно. Ой-ой-ой. Давай быстрее, давай. Блин. Что-то у меня силы перестали действовать. Возможно, это мне, типа, нельзя появляться перед старой семьей с этими мега-силами, показывать им. Так, ну наших там плющит по полной. Ладно, один отъехал. Что?
Не тот дом берете с приступом, уроды. Так, вроде все спокойно. Так, че вы, как там? Этот старичок тут. Че, куда мне идти-то? Жопа треснет нас, брат. Давай, давай, давай. Так, двое готово. Блин, еще из метро идут. Ох, вот там уже горка лежите друг на друге. Там еще воюют, надо туда идти, помогать. О, тут у нас этого завалили. Блин. Ой-ой-ой, меня сейчас убьют. Хреновое укрытие какое-то. Вооружает людей. Даже такой инвалид без ног, без рук, и тот, блин, обороняет. Так, эти готовы. Еще один. Да сколько вас тут, мать ваша? Ладно, хоть у меня оружие полным-полно. Так, куда я дотянуться не могу? Что-то у нас по телевизору идет. А где мясник-то? Это ребята такие, просто так не уйдут. Так, я, по-моему, бошку прошиб. Кажись, братиша... А, нет. Я хотел сказать, отъехал. Ой, блин, откуда? Ох, не люблю такие моменты. Тем более тут чекпоинты так редко выставляют. Это муха на столе огромная. Да. Последний чекпоинт охренеть где. Ладно, сейчас будем аккуратнее. Я так и не понял, кто меня убил, честно говоря. Но кто-то меня определенно убил. Так, ты еще живой? Постараемся тебя оставить живых. Хотя с такой стрельбой, конечно. Да падай же ты. Ну, блин, я опять вам что-то застрял. Так, силы мне тут не дают, естественно. Хорошо. Вообще, в таком доме, конечно, стены, по-моему, даже из пневматики можно будет пробить. У них все стены картонные. Кроме нескольких несущих. Вот бы гранату сейчас. Я тебя сейчас повысовываю. Эй-эй-эй! Тихо. Сейчас, сейчас, тетя, подожди. Disgusting behavior.
Сколько же вас? Вроде отъехал. А нет. Так, нужно отсидеться, а то меня сейчас грохнут. Сам мазафакер. Давай, вылязь. Вылязь. Все. Хорошо. Ну давай. Вроде же задел его в шайбу. Да тут и без тебя знаю. Тут по-другому никак. Блин, тут опасно стоять. Офигеть, оборона, конечно, круговая просто. Так, уехал. Осталось не так много вроде бы. Этих сейчас опять в горку сложим. Уф, выдержали что ли? Так, мясник идет. А, богатырь. I'm glad to see you're all in one piece. That and the Chicago people. They're gonna be grateful that you protected your Aunt Sarah. They'll owe you a great debt. Wally, on the other hand. Okay, I've got a lead for you. I think I know where Paulie Franchetti's been keeping himself. Paulie paid for an old lighthouse to be renovated last year. He's out there, hoping the hell you don't find him. You can only get there by boat. You got balls, kid. You really got balls. And you got brains. Listen, me and some of the old guys, we've been talking the other day. We were saying that someone like you, with brains, balls, and a respect, and someone who honors the old ways, you know what the old ways mean, don't you? Because there ain't nothing but the old ways. So what we want for you to come in and take over the family. Just for a little while. Huh? You like that? Come on. This way you'll be the guy, you'll be the Don. Приму, конечно. As long as it doesn't interfere with my day job. That's the spirit, kid. Don't let it go to your head, huh? Get this straight. There's a boat waiting for you down at Pier 19. Mario's there. He'll take you out to the lighthouse. Okay? You ain't home yet. There's a boat waiting for you down at Pier 19. Да я понял уже. Да. Пора кончать с этим засранцем. Одного нашего грохнули. Зато мы их сколько положили, просто горы. Ладно, выходим. Вторую часть, насколько я видел, подземки, мы как раз таки являемся главой семьи, по-моему. Так что я, чтобы соответствовать канону, согласился
на их предложение стать доном, ответил положительно. Трупы все, конечно, пропали. Ну да ладно. Движок вообще какой-то корявый, конечно говоря. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, нам сейчас опять на пирс надо. И, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. А в следующий пойдем добивать поле. Возможно, она будет последней. Хотя посмотрим, как там по продолжительности получится. Может, там еще несколько часов надо будет тусовать на этом маяке. А как бы там ни было, но пока что это все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.